Следователи завершили проверку инцидента с массовым недомоганием учеников школы номер 42 в Петропавловске. В Следственном комитете сообщили, что проверка не выявила в действиях сотрудников школы признаков преступления, предусмотренного уголовной статьей оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как пояснили в следкоме, Роспотребнадзор не установил, что дети подхватили инфекцию именно в школьной столовой. Вместе с тем в пищеблоке эксперты нашли нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Это тоже уголовная статья. Материалы проверки переданы в полицию. Как сообщалось, инцидент в средней школе номер 42 краевого центра произошел в сентябре. Тогда 17 ее учеников обратились в медицинский кабинет с жалобами на общее недомогание. По словам детей, после приема пищи в школьной столовой у них начались боли в животе и тошнота. Школу закрывали на недельный карантин.